Всем привет! Меня зовут Игорь Олейник, и в сегодняшнем уроке я расскажу вам, что такое футбольный фристайл и как начать им заниматься. Уверен, вы не раз видели трюки футбольного фристайла в исполнении известных футболистов. Но мало кто знает, что существует целая система обозначений трюков. Футбольный фристайл – это спорт, суть которого заключается в выполнении трюков с футбольным мячом при помощи различных частей тела. Фристайл делится на три основных стиля – апперы, ситинги ловеры. Первое, с чего вы должны начать, это выбор правильной обуви и мяча. Существует множество брендов и вариантов обуви, в которой можно заниматься фристайлом. Выбирайте обувь без шипов. Подошва должна быть мягкой и легко гнуться. Обувь должна облегать ваши стопы и принимать любое ее положение. Не смотрите на других фристайлеров и футболистов. Вы должны выбирать обувь, только основываясь на своих личных предпочтениях и удобстве. Если вы возьмете не ту обувь, то это может притормозить ваш прогресс. Мяч должен быть размера 5, стандартный размер для игры в футбол. Самый лучший мяч со специальным покрытием. Такой прослужит вам долгое время, и вы сможете беспрепятственно тренировать им любые трюки. Плюс у вас будет большой выбор по дизайну. Теперь, когда у вас есть подходящая экипировка, вы можете начинать заниматься. В следующем уроке я расскажу вам, как быстро научиться базовым трюкам футбольного фристайла.